Sir? Sir, Lieutenant Fox needs you on the plane. Вот смотри. Вот смотри. Да. Смотри. Вот у него нижний прочерк надо нажать, чтобы его выбрать. И у него. Кого он выбрал? Нижний прочерк. Выбрать. О! Дуэль! Defeat the sheriff. Дэн-дэн-дэн. Ты можешь без музыки своей. Говорят, я тут батька. Нет, я тут батька. У тебя нос как армяна. Эй, где миг Пашу? Что ты делаешь? Двух выстрелов полный, а? Не стрелять, я не пушу. Действительно. Cover me! Аллах Акбар. Бонусы. Главное, вот это не произошло. А, мы не залетаем. Понятно. Титаник. Куда ты бежишь? Бум, исчез. Чего? А что с ним? Бегай головой. Это удал. Офигеть, а вам пофиг, да? А не что? Дай мне. Офигеть, он это застрелил. Мясорубка. Слышь, папаша, ты мясорубку крутишь, а вот. Нал? Смотри, что он делает, он просто... Да он дебил, он не видит, каково он себе... О! Смотри, ноускоп, чисто. Воу! Oh, too late! They got us! Not yet! Yeah! What the hell are you doing? Are you out of your goddamn mind? Look out! Hey! The devil's disciples! Just put this on our tail! Go! Go! Yeah! Oh, one day, you're gonna get us killed! Shoot! There's another one! Don't miss, brother! Good job! Да блин, ну как? Я же ушел! Ушел! Это нечестно! Do it! Are you out of your goddamn mind? Look out! Help! The devil's the type! Я попал! Don't miss, brother! God damn it! Я ушел! Как там попадать? Там прицел вот так идут, вот так. Чё за физ... Чё за лаканда? There's another one! Don't miss, brother! Вот так тут пройти. Иди в жопу! Нет, не хочу! Хочу, я стрельну! Что? Надо было в одного стрельнуть или чего? Нет, вообще, главное не умереть. Shoot! О, я убил! There's another one! Don't miss, brother!
Чё? Вот сейчас я уехал. Идите. О, идите в жопу. Да, вот. Я уехал. Идите в жопу. Всем привет, дорогие мои друзья, подписчики, которые у меня остались на канале. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на наш канал, но все же посмотрели этот ролик, то обязательно подпишитесь, потому что таких роликов теперь будет выходить гораздо больше. И те, кто ждут интро, вы его дождетесь, если есть такие с 37. Короче, вы его дождетесь, он будет примерно либо в следующем, либо в после следующем ролике. И, короче, мы в принципе вернулись снова. Дом прикольный построили. В общем, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарии, делайте превьюшки, как у меня, чтобы попасть в рекламу. Короче, ролик с этой превьюшкой, короче, будет. Всем спасибо, с вами была команда DFL и игра Call of Julius. Всем пока.